наша обезьянка успела в разминку залезть на лестницу, упасть. Бегом! Молодец! Давай, 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 давай! Быстрей, 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 быстрей! Мы в первое место поставили! У-у-у! Раскрыться! Всем привет, привет из морозного Сочи! Сегодня Алиска и мы на соревнованиях. Вот, немножко позаписываем вам видео. Ну, у нас уже немножко потеплело, снег не выпал, но были заморозки. Около нуля было на ночь, под утро. Вот, вот такие вот дела. А соревнования будут проходить в 20-й школе, которая находится в районе Пластунки. Вот, ну что, пожелайте нам удачи! Обезьянка успела в разминку залезть на лестницу, упасть и за спиной сидела, сейчас ревела, что у нее болит спина. Но уже все прошло, и она пошла разминаться. Вот так неугомонный ребенок. Смотрите, я наблюдаю 4 команды. Оранжевые, белые, еще белые. И вон наши разноцветные. Почему-то наши без формы единой, хотя у каждого класса у них свой цвет в нашей школе. Посмотрим, какая у них форма физическая. Теперь наши построились на прохождении эстафеты. Алиска у нас в белой футболке. Вон она, опа, красавица. Сейчас будут бегать. Давайте болеть за нашу Алису. Через одну это еще не Алиса. Алиса тоже в белой футболке, только через одного. Давай, Лейла. Ну что, Алиса, давай. Не могли. Скорей, скорей, скорей! Молодец! Передавай! Скорее, скорее, не остался! Быстрей! Давай, 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 девочка! Не помню, как... быстрей, быстрей, быстрей! Да! Молодцы! Итак, наши готовятся к второй эстафете. Тут нужно собрать эти мячики, пробежать, потом обратно их положить. В общем, сложное задание, и нужно быстро еще и не уронить его. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай! Скорей! Замедленный какой-то. Самое главное, не уронять мяч. Алиса! Алиса! Молодец! Умница! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, 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 быстрее! А, да чуть-чуть, быстрее, давай! Быстрее. Давай! Скорее, давай! Быстрее, 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 быстрее! Просто не урони, просто не урони! Ну что, у нас следующий тур, следующая эстафета. Нужно собрать мячики, пробежать вдоль шашечки, да, и вернуться обратно, его положить, эти мячики, и вернуться обратно. Задача, конечно, не из легких. Скорость, конечно, здесь важна, но также аккуратно, потому что шарики не должны убежать. Из-за этого кидаются минуты наши, вот как я и сказала. Вот, Алиска. Давай, давай, молодец! Молодец, давай, умница. Четко, без ошибок. Перепутай! Вот, молодец! Быстрее, быстрее! У-у-у! Слава Богу, все равно первые. Ну что, страшно вам? А? Страшно? Как вы справляетесь? Не боитесь? Как впечатление? Нормально? Ну ладно. Сходила к ним на разведку, все в порядке. Кто такой красивый? Вот так. За всем три года наши победили, но, скорее всего, потом будут просто
красиво. Эстафета, каждый ребенок бежит со своим предметом, у кого-то мяч, у кого-то вот просто бег. Сейчас у нас будет скакалка. Пока не поймем, с чем бежит у нас Алиса, по-моему, просто. Молодец! Давай, 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 бегом, бегом! Ужас! Ну давай, давай, держи, 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 давай, 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 молодец! Еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть! Молодец! Это упражнение на прыжки в длину. Здесь уже не на скорость, а кто дальше прыгнет. А потом это все замеряется. Общий результат. Молодец, Алиска. Значит, 16-е, третье место. Второе, какая? 18-е? 18-е, да. Второе место, 18-е. Сейчас будет первое объявлять. Проиграли ни одного соревнования? Нет. Ни одной эстафеты, вы все выиграли? Все выиграли. Да, Саша? Да. Это были хостинского района соревнования. Победитель, то есть мы поедем на соревнования на городские. Вот и закончили соревнования. Выглянуло солнышко, когда я с вами здоровалась, было еще прохладно, вот, а сейчас уже 12 часов, выглянуло солнышко, небо чистое, погода теплая, конечно, как бы так немножечко не морозно, но так прохладно, свежо, во, хорошее слово, свежо, но солнце так греет, очень, очень классная погода.